Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. С февраля в Кызыле начнет курсировать новый городской общественный транспорт, сообщается на официальном сайте столичной мэрии. Дополнительные 20 новых автобусов марки ПАЗ, приобретенные в Нижегородской области в лизинг, выйдут на проблемные участки столицы. В микрорайон «Спутник» будут выставлены 3 автобуса, 4 единицы на правый берег, 1 автобус на Вавилинский затон, 3 на ЛДО и 3 машины в Дальний Кахе. Напомним, 2018 год в Кызыле объявлен годом пассажироперевозок. Также реализуется еще одна программа – повышение качество транспортного обслуживания населения города Кызыла на 2018-2020 годы. Она предусматривает усовершенствование дорожной сети, остановочных пунктов и обновление автопарка. Заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла эпидемиологического порога. По данным еженедельного мониторинга управления Роспотребнадзора Тувы, в течение прошлой недели зарегистрировано 2154 случая ОРВИ. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил 50,2%. Из общего числа заболевших более 80% болеют дети до 14 лет. Госпитализировано за неделю 184 больных, из них более 150 детей. В Кызыле зарегистрировано 978 случаев ОРВИ, что ниже порогового уровня на 2%. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил 46,6%. Следует отметить, что с начала эпидсезона в республике отмечено 6 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ региональное управление Роспотребнадзора рекомендует усилить меры профилактики. Елена Воробей, Аскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. Студенты России сегодня отмечают Татьянин день или по-другому День российского студенчества. По случаю праздничной даты в Тувинском госуниверситете традиционно за отличные успехи в учебе, достижения в науке и спорте награждаются лучшие студенты. В этом году благодарственные письма, почетные грамоты получили более 100 человек. Благодарственное письмо вручается студентке Кызыльского педагогического колледжа Насвилюн Карине Вадимовне. Также в честь праздника студентов-активистов, призеров международных соревнований, волонтеров пришли поздравить представители столичной мэрии, общественной палаты Тувы, а также министр по делам молодежи и спорта. Около 80 студентов ТУВГУ были отмечены различными наградами. Цените свое время и постарайтесь его все-таки потратить более продуктивнее, чем просто кайфовать, скажем так, да? Спасибо, поздравляю. Празднование Дня студентов продолжится ежегодным ректорским балом. У жителей Кызыла остается еще один последний шанс приобрести уникальную, качественную шапку или шубку в компании «Меховые традиции». Главной гордостью является богатый ассортимент, предлагающий более 1000 изделий, представленных на одной выставке, среди которых ни одна не повторяется. Постоянное обновление ассортимента новыми моделями, шубами-трансформерами, коллекционной греческой норкой, куницей, парками позволит вам выделиться среди массы женщин в одинаковых шубах. Сертификаты и гарантия качества только серьезных производителей, а чипы на всех изделиях обезопасят вас от подделок. Регулярное обучение продавцов-консультантов новым тенденциям в мире меховой моды подарит вам удовольствие от процесса покупки шубы. Выставка «Меховые традиции» занимается выездной торговлей более 15 лет и охватывает все границы России от Кавказа до Камчатки и регулярно приезжает в наш город. То есть у нас есть защита от неудачной покупки, возможность обменять изделия или вернуть деньги. Только в январе при покупке шубы чехол в подарок. Не откладывайте на потом, не ждите, когда подарят. Приходите и приобретайте шубку своей мечты. 25, 26, 27 и 28 января спорткомплекс имени Ивана Ярыгина «Интернациональная 3» с 10 утра до 7 вечера. Спешите!
Спонсор выпуска прогноза погоды – отличные наличные. Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица, в Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью минус 42, минус 44 градуса. Днем минус 32, минус 34. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма.